Друзья, всем привет! Вы на канале Ягодный Гриболов. Это Курская область. Сегодня у нас 29 июня 2022 года. Пришли мы в лес. У нас днем очень жарко, жара просто аномальная. В тени 30, а может и 35. Ну, в общем, очень жарко, дождей нет. Сейчас вечерком пролил небольшой такой маленький дождик. И мы пришли уже вечером в лес. Первые грибочки, которые мы нашли, это валуи. У нас пошли валуи. Никогда я их не брала, не пробовала, но решила все-таки сегодня взять. Попробую первый раз их пожарить. Сначала буду отмачивать, а потом жарить. Вот такие это грибочки. Здесь уже кто-то срезал один, а вот молоденькие пошли. Заберем, думаю, будем проверять. Вот, посмотрите, еще. И вот целая семейка валуев. Я поэтому их и решила взять, что их сразу здесь много. Поэтому можно взять, чтобы попробовать. Один-два было бы, конечно, брать не к чему. А здесь их уже несколько штук, поэтому возьмем. Вот, посмотрите, какие хорошие. Отличные. Забираем. Вот и маленькие, а нет. Ну что, вроде бы все. По пути нам еще встретились валуи, но они были совсем маленькие, мы их брать не стали. Белых пока нам не встречается. И еще у нас пошли уже пантерные мухоморы. Мне встречается уже не первый экземпляр. Я вначале не знала, буду снимать или нет, поэтому не сняла тот грибочек. А это вот второй пантерный мухомор. Друзья, а сейчас я зашла вглубь леса все-таки проверить, пошли ли беленькие грибы. В этом году они у нас как-то не очень активно растут. И вот они, пожалуйста, мои первые находки. Сразу два крепыша. Ой, вот посмотрите, три. Один доедает уже слизни, но он есть здесь. Сразу три беленьких. Отлично. Ну что, соберем? Вот он, первый малыш, крепыш. Второй. Конечно, ножки подъедают у них. Прям ножки съедены, можно сказать. И вот он третий. Точнее, все, что от него осталось. Вот такая семейка беляшей. Тоже отправляется в мою корзинку. Это уже хорошо, друзья. К валуям у нас еще пошли белые грибы. Ну, а мы идем дальше. В поисках белых. Посмотрите, грибочек спрятался от меня. Какая красотища! Вот это беленький! Вот это красавчик! Вот это удача мне улыбнулась! Сегодня мы еще и с беленькими валуи попробуем пожарить. Я никогда их не брала, поэтому мне интересно их попробовать. И сегодня еще и беленькие. Вот такой шикарный грибочек мне встретился. Уже большой. Мы его, конечно же, берем. Посмотрите. Светлый белый гриб. Причем уже такой хороших размеров. И непоеденный. Отлично. Ну что, и идем дальше на поиски белых. Уже стало интересно. В лесу уже темнеет, и наша вечерняя прогулка подходит к концу. Последний грибочек, который мы нашли, это мухомор серо-розовый. Вот он. Сейчас мы его соберем. Я вижу, что грибочек хороший. Но, в принципе, я довольна. У нас 4 беленьких, валуи и 2 мухомора серо-розовых. Посмотрите. Отличный грибочек. Можно брать. А на этом я, как всегда, не прощаюсь с вами, а говорю вам до новых встреч на канале Ягодный Гриболов.
Пока-пока.